Всем привет, я Мария Баянцева, это проект «Жизнь Геленджика», и вы смотрите 14-й выпуск. Уже пришла весна, поэтому сегодня я снимаю весенний выпуск, и мы будем открывать настоящие чудеса леса. Погода прекрасная, по-весеннему тепло. Вот. Хорошо, конечно, здесь. Погода прекрасная, по-весеннему тепло. Очень хорошо. Честно, я очень люблю прогулки в лесу, потому что здесь особое умиротворение. И вот когда ты идешь, ты полностью расслабляешься, ты просто вот отключаешься и перестаешь вообще о чем-либо думать. Вот. Хорошо, конечно, здесь. Thank you.
знаете, только что я нашла какие-то непонятные ягоды. Вот. Но пробовать я их, конечно же, не буду, поскольку это незнакомые мне ягоды. И вы тоже, когда в лесах видите какие-то непонятные вам плоды, незнакомые ягоды, названия которых вы даже не знаете, ни в коем случае их не пробуйте, поскольку они могут быть ядовитые, могут навредить вам и вашему организму. Так что лучше их не есть, мало ли что. Ну что, на этом мой выпуск завершен. Мы с вами поисследовали лес, посмотрели на его красоту. Поэтому мне все. Большое спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. Пока!